Очередной приватовский скандал. В Киеве разоблачили преступную группу бывших сотрудников банка. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. По словам правоохранителей, экс-банкиры организовали целую схему вывода денег. Для этого мошенники приобрели ряд фиктивных предприятий, которым выдавали посттерминалы. Фальшивые компании проводили сделки, якобы обслуживая клиентов. Но после зачисления денег на счета, экс-приватовцы сами обналичивали их, снимая в банкоматах. Следователи прокуратуры провели уже 14 обысков в домах мошенников. Изъяли около 100 банковских карт и 240 тысяч гривен наличными. Троим задержанным готовят подозрения. Напомню, скандалы и целый ряд расследований сопровождают Приватбанк с момента его национализации. Например, следователи выяснили, что ранее финучреждение выдало кредиты почти 30 фиктивных фирм из Харькова. Сумма займов превысила 1 миллиард долларов.